Высокие технологии. Хай-тек. Концерн Mercedes-Benz показал автомобиль, который не нуждается в водителе, накануне открытия автосалона во Франкфурте. Пока, как говорят инженеры, автомобиль может проехать в таком режиме чуть более 100 километров. И это лишь начало пути. Схожие идеи в разработке у конструкторов концерна Nissan. Предполагается, что конвейерная сборка автомобиля такого рода может начаться к 2020 году. Карлос Гон, который еще 12 лет назад предсказывал будущее электромобилям, сегодня утверждает, что такой вариант и такой сегмент развития автомобильного рынка весьма перспективен. Мы применяем при производстве Infiniti подобные технологии, и мы работаем над тем, как их адаптировать к сборке некоторых моделей Renault. Автомобиль без водителя не означает автомобиль вне водителя. Человек все же находится за рулем, но он не участвует в процессе вождения так, как это происходит сегодня. Большинство функций выполняется с помощью алгоритма, рассчитанного компьютерным обеспечением. Сегодня на рынке есть модели, которые могут самостоятельно парковаться и выбирать оптимальный маршрут из тех, что предложен навигатором. Радары, встроенные в передние и задние бамперы, камеры, которые вмонтированы в зеркала обзора, изощренная система компьютерного контроля большинства систем автомобиля. Сегодня мы работаем над тем, чтобы исключить из самого действия по вождению автомобиля ошибки, которые чаще всего вызваны человеческим фактором. Итак, автономный автомобиль, как говорят те, кто поддерживает такую идею. Это ответ пробкам, нарушению правил дорожного движения, ошибкам вождения. Тут исключено превышение скорости, обгон там, где он запрещен, и не имеет значения опытность водителя. Так что золотой век на дорогах близок.